Несмотря на то, что конференция Владимира Владимировича Путина начнется через несколько часов, в конгресс-центре в «Яблоку негде упасть» 1640 человек. Именно такое количество журналистов аккредитовано сегодня на пресс-конференцию. Как следует из опубликованного на сайте Кремля списка, аккредитацию получили журналисты, представляющие ведущие российские и мировые информационные издания, в том числе Bloomberg, CNN, The Garden и другие. Шанс задать президенту вопрос получат и представители российских региональных СМИ. От Ульяновска в Москве работают журналисты издательского дома «Ульяновская правда», компании «Репортер 73» и информационного портала «Медиа 73». Чтобы обратиться к главе государства, журналисты преодолели тысячи километров. На одной площадке собрались корреспонденты, фотографы и операторы от Камчатки до Ленинграда. Каждый привлекает внимание как может. Кто-то пишет таблички с говорящими словами, а кто-то переодевается в национальные костюмы. Журналист из Калининграда пошел дальше всех и перевоплотился в Деда Мороза. Тем самым стал настоящей звездой дня. Ну, накануне Нового года хотелось бы не только вопрос задать, но и поздравить Владимира Владимировича с наступающим Новым годом. Через 2 недели он всех поздравит с экрана телевизора. Мы поздравим его сегодня и пожелаем ему побед. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды с пресс-конференции Владимира Путина.